дни люди читают очень много, как это ни странно. Постоянные сообщения, новостные ленты, блоги в интернете, но книгу ничего из этого не заменит. Именно книга заставляет правильно мыслить, обдумывать совершенные поступки. Влиять на качество чтения, обуславливая выбор литературы, способна современная библиотека. Централизованная библиотечная система Уссурийского городского округа включает в себя центральную городскую, центральную детскую, 6 городских библиотек и 13 сельских. Количество пользователей более 35 тысяч человек. Если отдел обслуживания является лицом библиотеки, то отдел комплектования библиотечных фондов – сердце библиотеки, поскольку грамотно скомплектованный и стабильно пополняющийся фонд – основа, базис любой библиотеки. Отдел ведет серьезную работу, изучает потребности и интересы читателей, отбирает самое интересное и необходимое в мире книжной продукции. За год сотрудниками приобретается, обрабатывается и передается в библиотеки системы более 5000 экземпляров новых книг. На сегодняшний день фонды муниципальных библиотек Уссурийского городского округа составляют почти 340 тысяч экземпляров документов. Из них более 2000 – это издания на электронных носителях. Став читателем одной из наших библиотек, вы также сможете совершенно бесплатно воспользоваться ресурсами электронной библиотеки Литрес. Наши фонды комплектуются не только книжными изданиями, но и периодическими – газетами и журналами. На 2021 год в библиотеках Уссурийского городского округа оформлена подписка на 134 названия газет и журналов. Подробно со списком можно ознакомиться на сайте библиотеки. При комплектовании фондов мы обязательно учитываем мнение наших читателей о том, какие произведения и каких авторов они хотят видеть на полках библиотек. Для этого достаточно зайти на сайт централизованной библиотечной системы и заполнить небольшую анкету. Ваше мнение очень важно для нас. Давайте пожелаем всем нам поступления новых интересных книг, а сотрудники библиотеки сделают все возможное, чтобы они поскорее появились на полках наших библиотек.